Придется умываться тебе, да? Духами пахнет, мамиными. Бабушкиными, вернее. Мама у нее другая, да? Мама другая? Давай я тебе бумажки дам. Сейчас я открою ей, добавлю. Она в домик будет перетаскивать ее. Так, благоустраивать. В ночь надо, чтобы было тепло, да? Чтобы ночью-то было тепло тебе. Тепло надо, да. Кормушку я сегодня не приделала. Надо приделывать. Надо закрыть, чтобы не соблазнять ее. Кто тут висит? Кто тут висит? Кто это тут висит? Ой, кто это? Лев тут висит. Ой, как хочется выбраться-то. Ой, поправилась она, конечно, у меня. Как колобок. Колобочек. Да, колобочек. Не смотри, что колобочек. Вон как лазит. Спортивная такая девочка, да? Спортивная. Какая хорошая клетка была. Три этажа. Переходы всякие. Вот. Видите? Какая хозяйственная. Они очень организованные зверюшки. В туалет ходят в одно место. Вот жилище себе благоустраивают, да. Сами благоустраивают. Им только не мешать. Но я вот что делаю? Я ей бумажки туалетной. Рву бумажку и клетку ей. И она сама ее определяет так, как ей надо. Ну, конечно, натаскивает в домик сухарей, семечек. Вот периодически надо убираться. Но я закрепила, чтобы она не перетаскивала эти коробки по клетке. Вот кормушку закрепила, она у меня ее перегрызла, эту бечевку. Вот надо опять закрепить. А так нормально. Вот тяжелые стоят, вот с водой стоит хорошо. Вот и это тоже. Ева, там ты не вылезешь. Нет. Там не вылезешь. Хочется как выбраться-то. Маленькая. Была бы ты как котенок, конечно бы я тебя выпустила. Крыска совершенно другая. Крыска, она откликается на имя, она подойдет. А Буси, я что-то сомневаюсь. Ну, только, может, если кушать захочет, выйдет. А так спрячется, я думаю. В общем, вот такие вот они. Эти сирийские хомячки. А так умные. И если уж обидится, она и разговаривать не будет. И всем видом покажет, что она обижена. Новую пачку открыла. Что-то ее тут ничто не привлекает. Вот. Сейчас все раскидает. На Вальдберрис дочка заказывала. Только вот разрезал.